Устройтесь поудобнее. Можете лежать, сидеть. Сделайте 3 вдоха и выдоха спокойных. Сегодня проведем медитацию, которую я называю «Моя медитация». Настрой. Даю себе любовь. Я женщина-богиня. Медитация – это любовь к себе. Настройте себя, что больше никому не даете власти над собой. Никогда. Я самодостаточна, красива и любима. Я очень стройная, у меня плоский животик. Настроились? Теперь своеобразная медитация и чистка чакр. У некоторых людей чакры еще не развиты, их надо развивать. Глаза закрыли. Если вы сидите, пальцы сложили в мудру знания, успокоили дыхание. Дыхание ровное, спокойное. Мысли приходят и уходят, как облака. Просто наблюдаем. Все тело расслабилось, начиная от макушки головы и кончая пальчиками на ногах. Мысленно поднимаемся вверх. В первую чакру. Первая чакра в районе копчика. Ну или представьте в промежности красный цвет. Это первая чакра. Я наполняю ее красным цветом. Визуализирую красный цвет. Представляю комнату, и все вокруг крашу красным цветом. Если вы видите мусор там, собирайте в пакет и в аннигилятор, или на солнце выбросите, пусть сгорит. Вот вся ваша комната красного цвета. Наполнились красным цветом. Теперь поднимаемся мысленно вверх в другую комнату, вторую чакру, оранжевую. Представьте апельсин. Теперь эту краску оранжевую разбрызгиваю вокруг и наслаждаюсь оранжевым цветом. Пропиталась, наполнилась этим цветом и поднимаюсь выше, в третью чакру, в районе пупка. Желтый цвет, лимон. Мне хорошо, я улыбаюсь. Наполнилась, подышала этим цветом и поднимаюсь еще выше, в сердечную чакру. Четвертая чакра имеет зелено-розовую окраску. Левая половинка комнаты зеленая, правая розовая. Насыщаюсь, все пропитываю этими цветами. Поднимаюсь в горловую чакру. Пятая чакра находится внизу горла.
еремные впадинки. Теперь разливаю голубой приятный цвет. Море, голубизна вокруг. Ваша комната, комната чистая, голубая. Теперь поднимаюсь в район третьего глаза, межбровье. Синий цвет наполняет меня, глаза, лоб, уши, голову. Далее поднимаюсь выше, над головой. Там находится коронная чакра фиолетового цвета. Потом добавляю чистый белый цвет и еще золотой. Вам приятно. Теперь спускаюсь обратно в тело и начинаю. Я же была виноградинка маленькая. Теперь я увеличиваюсь до размеров своего тела. Прихожу в себя, делаю вдох и выдох. Шевелю руками, пальчиками на ногах. Голову поворачиваю медленно влево, вправо. Делаю вдох. И открываю глаза. Ощущение великолепное, как будто я наполнилась чистым светом, полна энергии, чувствую себя прекрасно. Можно дальше жить, творить и радоваться этому миру.